Мне тоже кусты не дают посмотреть ничего. Значит, у нас на 330 бегут. Он один, надо работать, ребят. Давай, лупи его. Я не вижу, правда. Попал в него два раза, он лег. А где он? За дерево на между 300 и НВ дерево на границе круто. За сараем. Пытаюсь увидеть его. Ну, вы других смотрите. А вообще никто не смотрит берег, самое опасное, блядь. Да я смотрю, так стараюсь. В берег к нам как дом зайдут, мы, блядь, охуеем. Видишь, мы в доме на краю. ХЗ, что делать, там берег, блин, просто на последний не вбегать туда будет. Здесь у меня в кругу мы, прикинь, где я сижу. Что? У нас очень хорошая позиция. На самом деле, вы тоже? Я, так скажу. Слышите? Да. Нам нужно отстреливать. И в дом не пускать, и когда будем выходить из дома, очень внимательно смотреть у стен дома. Кто это сейчас? Я ж тебе говорил, что у нас хорошая будет позиция. Да, только бы не проебать ее. Да если к нам в дом зайдут, значит мы ее проебали. А, они к нам зайдут. С дома стреляют, похоже. Мы не должны подпустить никого, я это имею в виду. Хватит по 4, все помню. Вот так, кто-то жил, хуй, буду опять у него работать. Да, делай. Видите его, нет? Не, я в другую стреляю. 300 лежит к маленькому сарайчику. К нашему? Дорога, справа от дороги сарайчик маленький. А, понял. Он за ним сейчас. Он за ним, все, могу, в принципе, так, чуть-чуть контролить. Тёма... Это на сколько? Да. На 30 есть, чуваки. Забей на него, смотри других, Паша. На 30, не на вас. Не, не, Ромарио, у тебя двое. Да, на 30 где-то. Ну, за сараем один. Двое там было. Паш, ты ранен. Сейчас побегут. Да. Сейчас побегут, готовьтесь нахуй, блядь, убивайте. Сейчас я лечусь. Ох, там пулемет лупит. Не вижу. А вот теперь те идут с берега, вижу одного, буду стрелять за камнем. Ромарио, за каким камнем? Так, я убил того одного. Ты прям в табло дал. Лечу на 120 камень. Я тогда лестницу. Ух ты, меня снял, смотри, одним выстрелом, падла. Тёма, ну-ка, ресни, ресни меня. Сейчас в ресни. Пускай Рома ресни, нет? Да, я лестницу смотрю, чтобы нам не зашли просто. Так, они уже сейчас будут идти, Паха, давай, встаешь и сразу мы держим. Разблоком есть? Нет, да. 7 живых, слышите, это они одни, надо их сдерживать. Это одно пати. Мы против пати, скорее всего. Вижу, вижу, вижу. Где они, скажи? 20 был переход. Блядь, не хочется он мне вырубить. Слышь, там снайпер. Я понял. Тёмыч, давай ты... ко мне в соседнюю комнату. Паха, Паха, отыщи его, Паха, отыщи его. Лезу, быстро там... пробегает, там он в проход вот целится. Я вижу. Да. Ну и всё, блядь, пиздец. Он за камнём. До него дальний прицел, какая-то опять жесткая. Меня. Ага. Давай к нам в комнату. Попал в него, попал в него. Не, давай к нам в комнату, будем уходить с той стороны на берег. Там вблизи, и нам проще будет воевать с ним. Сейчас... Чё, мы шлем оденем-то? Так, давай, я буду подлечить. Я выползаю, чтоб он меня не видел. Все подлечились? Всё. Ну, более-менее. Что там со временем, блядь, я не посмотрел. Давайте, свалить надо. Уходим? Какой шлем? А, всё, да-да-да. Пошли. И налево, понял? Направо, точнее. Ну, налево. Если в эту дверь, то налево и налево. Пошел, пошел, прикрывай. Круг уже бежит, блядь. Пошли, пошли, пошли. Тут снайперок там, зараза. Блин, у нас жизни может не хватить. Бля, открытое поле, нахуй. Да. Вон, у камня, у камня, у камня. Прием. Понял. У камня. Попал, погиси. Попал, попал, где? Остальные тоже бегут. А где остальные, видишь их?
Не знаю, Лёк, видно в этой траве или нет? Нет. Пока, тебя нет. Тебя нет. Ползи, ползи в круг. Мне нужно лечиться. Сейчас, я тоже лечусь. Грена нам кинул тот от камня. Где еще люди? Еще с его стороны идут, по идее. И они должны быть мертвы. Всего двое в живых, он еще один. Да, да, да. По мне, все, меня вырубили. Откуда? Он где-то оттуда стрелял. С районы камня. Даже дальше. У камня двое. До камня один. А, ну все, давайте, два в два. Блин, мы в поле, Паха. Отходи, прикрою. Прикрою, отходи, хоть ты выживешь. Я живой, иди сюда. Все, меня ранили. Все, лежи, пускай, не двигайся нахуй, блядь. Они к тебе вынуждены будут бежать в круг. И только не стреляй не сразу, наверное, когда они будут ходить. Да. Ну сам решай, короче. Я в поле. Прими пока что-нибудь нахуй. Не стреляй сейчас, не стреляй сейчас. Тогда двое выйдут туда, Паха. Вообще, когда они рядом будут лучше. Да, да, да. Но это мое мнение, сам решай. Все, я молчу, я вообще молчу. Тебе это тоже вам советую. Утоляющее, выпей. Нет у меня. Они не знают, кого стрелять, они вдвоем только, они просто стреляют в трупы наши. Блять. Надо было целиться. Ром, можешь помолчать? Один слева, Паха, его вырубило. Второй слева. Убил. Хороший. Красавчик. Пашка, я же вот я вначале говорил, сказал, что я только выигрываю. Вот это я имел в виду. Все, молодцы. Все, спасибо. Поздравляю. Да, только одного убил, оказывается. А, ты двоих, и больше никто никого не убил.